Уходят из жизни, уходят люди, уходят старенькие немощные бабули, уходят дедушки с седою головой. А вот ушел совсем уж молодой, уходят маленькие, даже не родившись, уходят средние, по сути не нажившись, уходят те, кому бы жить и жить. Увы, уходят, все уйдут, так должно быть. Уходят, оставляя только след, след памяти или сделанной работы. И кто бы ты ни был, профессор или поэт, все становится в звучании прощальной ноты. Жизнь, банально говорить, она кратка, она же пар, она как лист зеленый. Жизнь противоположна смерти, здесь на земле мы только час определенный. Мы только на чуть-чуть, на несколько мгновений, на несколько проделанных этапов, на несколько уроков, а затем проверка, а затем экзамен и оценка, поставленная Богом. Все так просто, мы об этом знали, мы об этом слышали не раз, но зачем же горни променяли на так скоро проходящие от нас? Уходят с жизни люди, уходят. Быть может, завтра мы уйдем, оставим след, каким он будет и что с собой мы заберем. Мы привыкли, что люди умирают, что некоторых нет уже среди нас, но мы совсем не замечаем, что путь наш все короче и все ближе час. Ведь стрелки двигаются быстро, и с каждым ходом мы идем вперед. Остановиться нереально, время никого не ждет. Так создан мир, из праха взят и в прах вернешься, но ведь душа, она же вечна, когда и гроб закроет, и землей покроет, она живет в пространстве бесконечном. И здесь вопрос, по сути, очень прост, и знаем мы, что каждый даст отчет, свернет налево или направо, переселится с жизни в жизнь или осуждение, расплата. А может быть, пред нами несколько мгновений или уроков в школе Бога, а затем экзамен, а затем проверка и оценка, поставленная Богом. Слава Богу.